Всем привет, друзья! Куда ты идешь, Леонард? Куда ты идешь? Мы идем в больничку. А больничка на английском? Hospital. Скажи hospital. Hospital. И что мы хотим делать сегодня? Мы хотим проверить, насколько ты, Лео, здоровый. Скажи healthy. Healthy. Healthy – это здоровый. Добро пожаловать, Кайзер Перманенте. Становим на весы, скейл. Сколько? 32. 30 pounds. Okay, the temperature right over here. Take his temperature. Can you tell me his last name? Кряка Артман. Thank you. This little touch on your forehead doesn't hurt, okay? Она дотронется до твоего лобика. Little touch. That's it. Обуваемся. Let's put this on your wrist, okay? Давай. Ручку, ручку. Наклеечку. Так, like this. Nice. Good job. Браслетик, такой классный бумажный браслетик. Тут написано, что ты посетил больничку. И все, кто посетили больничку, должно быть, что Лео, такая прическа. Такая, знаешь, 93-й год, Советский Союз. А вот это что? Вот это. Игра? Игра. А ну-ка, давай. Классно получается. Вот что у нас в приемном кабинете. Раковина, мыло, весы, компьютер. Планета. Поднят очень высоко. В случае затопления водой он останется. И улица. Мы на втором этаже. Сюда сейчас Лео будет ложиться. И ему проверять будет его здоровье. Лев, лови пенку, на. Пенка. Смотри, смотри. Опс, 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 опс. Держи. Ну давай, я помою. Ручка, потому что тут столько вирусов. Надо ручки мыть. Как пахнет. Ию, спиртом пахнет. А, понюхай. Ию. Окей, дорогие друзья. Сегодня мы посетили больницу, потому что мы как родители переживаем о том, что Лео... Я не переживаю, но Аня переживает. Что Лео не ходил по громадному или по большому уже 7 дней. 8 дней. И нам доктор сказал, ничего страшного, просто перестаньте кушать бананы и сыр с пиццей. Особо мы не кушали, но на этой неделе. Он вчера сыр нельзя, потому что сыр тормозит. Он... Короче, в итоге он прописал нам такую вещь, которая не лекарство, а она продается в любом магазине, которая составляет себе полиэтилен или фирма Miralax.
такая вещь, она стоит в Walmart или в Target 9 баксов. Вот, Miralax. Поэтому, если у вас constipation, или это как constipation по-русски? Анечка, как это? Запор. Даже в больницу не надо ездить, просто едьте, покупайте за 9 баксов эту штуку, и все пройдет. Но смотря на Лео, Лео даже не скажет, что он в проблеме. Лео веселый и радостный, да? Нет, он очень... Лео, ты happy? Он очень такой раздражительный. Да какое-то раздражение, скажи hi. Bye. Это пять. Все, на этой ноте прощаемся со всеми. Это была больница Кайзер. Подписывайтесь на канал и что ставьте? Like. Bye. При выходе тут написано, возьмите наклеечек. Алло, вот собачку возьмем. Все, нам доктор разрешил наклеечки взять, и мы сейчас идем. Я расслаблю не в час разлуки, я расслаблю не в час разлуки, говорю.